Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Зальник», где мы обучаем стремительному освоению вязальных машин с нуля. И сейчас я вам покажу, как легко, просто и быстро связать бахрому утеплитель для детских вещей. Если нам нужна бахрома частая, мы можем брать линейку один к одному. Если бахрома очень частая не нужна, можно брать линейку и немножко пореже. У меня 2 через 1. Выдвигаю иголочку, на которой не было бахромы. Беру ниточки. Нитки должны быть такой длины, чтобы было удобнее завязывать узелок. Вот. Если они будут очень короткие, будет очень неудобно. Просто завязываю такой узелок, надеваю на иглу. Беру следующую ниточку. Завязываю узелок, надеваю на иглу. Как я уже сказала, можно это делать часто, можно реже. Можно делать практически даже на каждой иголочке, если нужна очень частая бахрома. Интересный, необычный эффект дает вот такая вот бахрома, утеплитель. Сейчас мы провязываем нужное количество рядов. Нитки резать можно на каком-нибудь шаблоне. У меня была просто коробка от лампочки. Очень удобно. Как для помпона. Намотала на лампочку и обрезала опытом сразу большое количество этих нитей. Ставлю все в рабочее положение, провязываю 2 ряда. Ничего сложного. Раз, два. Выдвигаю иглу, на которой у меня не было бахромы, и линейкой массово все вот эти вот иголочки. Завязываю узелок, надеваю на иголку. Завязываю узелок, надеваю на иголку. И самое главное, что этот способ никто не знает, а вы теперь знаете. Если хотите знать еще больше, приходите к нам на сайт «Изба вязальня», в мастер-группу обучения машинам и вязанию с нуля. И мы проходим очень много интересных технологий, которые больше никто нигде не показывает. 2 ряда. Вот такая вот получается длинная, достаточно густая бахрома. Вяжите таким способом то количество рядов, которое вам нужно. В результате после провязывания получается вот такая вот бахрома, утеплитель. И теперь мы можем оставить ее вот такой длины, а можем обрезать. Самое главное, когда будете обрезать, делайте это или по шаблону, или как-то старайтесь пустить вязание, чтобы бахрома была одной длины. Но можно и по шаблону, порядно, выбирая количество какое-то сантиметров, вот так вот потихонечку подрезать лишнее. То есть я половину обрежу, половину оставлю длинной. Очень просто, очень эффектно. И вот такой вот утеплитель совершенно нестандартный. Если у вас нет меха, вы так можете использовать утепление шапки детской. Погуще связали бахрому, погуще связали, у вас получается либо в перчатках, рукавичках шерстяные ниточки вот такие вот можно использовать. Очень интересный эффект. Вот половину я обрезала, половину оставила длинную. Видите? Вот такая вот совершенно чудная бахрома, утеплитель для вязаных вещей. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальных машин. Ваша Наталья Некрасова.